Трое задержанных в Ливии российских моряков танкера «Механик Чеботарев» вернулись на родину. В Грозный они прилетели. И там они сразу же отправились на встречу к Рамзану Кадырову. Бывшие заложники поблагодарили Кадырова за усилия по их освобождению. И всех тех, кто принимал участие в этой специальной операции. Капитан корабля Андрей Крынин сказал огромное спасибо всем, кто помог им вернуться. Глава Чечни рассказал, что с момента задержания судна непрерывно велась работа по освобождению экипажа. Для этого использовались все возможные каналы. Кадыров заявил, что освобождение российских моряков стало результатом тесного взаимодействия с МИД России.